сегодня день открытых дверей. Можете сказать, насколько много людей знают и они вообще посетили вашу инспекцию, и какие основные вопросы у людей? Ну, мы каждый год проводим день открытых дверей для физических лиц по имущественным налогам. У нас в этом году срок оплаты по налогу на имущество, по транспортному налогу и по земельному налогу 1 декабря. Ну, соответственно, перед этим мы стараемся всегда провести день открытых дверей. Значит, ну, народу у нас, в общем-то, всегда много, а в связи с тем, что сегодня день открытых дверей, поэтому вот до обеда прошло очень много народу. Значит, в основном приходят за квитанциями, к сожалению, почему-то многие не получили эти квитанции. Значит, мы распечатываем для оплаты. Значит, а так, ну, кто-то приходит после того, когда получил уведомление, значит, что-то им там непонятно, что-то у них там, может быть, какие-то недочеты. Поэтому, значит, мы стараемся это все это исправить. Значит, хочется сказать, что очень большое количество людей сейчас стали пользоваться личными кабинетами. Вот это очень удобно, это личный кабинет физического лица. Значит, это можно подойти в любую инспекцию России, города России, значит, получить логин, пароль, зайти в личный кабинет, и, соответственно, там вы можете видеть полностью всю свою недвижимость, все начисления. Если вы предоставляли декларацию 3НДФЛ, это на вычеты, значит, также можете отследить, как идет процесс проверки, вот, когда она закончится, и когда можно, в принципе, уже надеяться на то, что вы получите уже возврат. Значит, хочется сказать еще, чтобы налогоплательщики пользовались многими электронными сервисами, которые сейчас доступны на сайте налог.ру. Значит, заходите, там есть и анкетирование, где вы можете оценить работу налоговой инспекции. Значит, есть онлайн-запись на прием. Значит, чтобы не стоять долго в очереди, когда вы приходите в налоговую инспекцию, можете предварительно записаться на любой день, который вам удобно, и на любое время. И вас примут именно в это время, без очереди. Мы знаем, что налоговая инспекция переезжает в новое здание, новое, отстроенное. Скажите, когда люди могут уже посещать? Да, мы в ближайшее время переезжаем. Это, скорее всего, будет в декабре месяце. Надеемся, что следующие уже, значит, открытые двери у нас будут проходить уже в новом здании. Оно у нас очень удобное для налогоплательщиков. У нас очень большой там оперзал. Значит, будет электронная очередь, когда вы можете подойти, значит, конкретно по какому вопросу, значит, записаться, и вам выдадут талон, и к конкретному окошечку подойдете, не надо искать по кабинетам. Вот, удобно будет также у нас большой актовый зал, где мы обычно мы сейчас проводим в администрации те же семинары для налогоплательщиков, а так мы будем уже на нашей территории проводить. Даже удобно для детей, у нас будет детский уголок, где ребенок, когда мама или папа там пока разбираются с налогами, он может в это время посидеть, поиграть и, ну, не отвлекать своих родителей. Вот. Адрес у нас Криковская, 49. Это такое большое, светлое, трехэтажное, красивое здание.